понравилось сегодня вот в этой смене, в этой программе? Это у нас Катя, Катя и Соня. Давайте, говорите. Мне больше всего понравились ребята. Они очень дружные, общительные. В особенности Семён смешной. Спасибо. Все дружелюбные. Лёва молодец, всем тоже помогал. Это большое тоже спасибо ему. И все очень хорошие, и мне очень нравится эта смена. И она мне очень понравилась, и все тоже понравились. Хорошо, Катя. Катюш, твое мнение, впечатление вот о программе, о деревне «Здоровье собак Серебро Севера». Мне понравились походы. Ну, походы, да. С собаками выходы. И мне понравились все ребята, которые этим увлекаются, занимаются. Ну, ты комфортно чувствовала здесь? Хорошо тебе было? Да. Отлично, хорошо. Катюш, давай ты теперь. Сам главный у нас такой отшельник. Я рада, что приехала в такой лагерь, потому что у меня никогда не было домашних животных. И попробовать себя в роли хозяина кого-то, это очень приятно, очень круто. И я выбрала себе такую собаку, которую, как мне сказали, звезда, любит внимание, собака со стажем, вот. И звезда со стажем. Я прекрасно провела эти 4 дня, нашла себе новых хороших друзей, буду к ним ездить в другие города. Вот это очень хорошо, на самом деле. Это круто, вот это круто, да. Я обязательно приеду еще раз, и спасибо за прекрасные 4 дня. Спасибо, девчонки, молодцы. Давай, девчонкам, похлопаем.